перечень природоохранного. Вот. То есть не то, что да, нам выпустили продукт, продали, дайте прибыль. Нет, мы должны выпустить продукт и работать так, чтобы было не стыдно. Вот это вот главное. И последний вопрос, может вас не мучить. Вот этот план, он сейчас уже реализуется, правильно? Да. До 15-го года. Да. То есть у вас да. мероприятия не только регулярные. Вот лягушка живая. Что, насколько? Мероприятия регулярно. То есть у вас это все технически происходит. Да? Да, попробуем. Вот, допустим, что вот, ну, вот на июль запланировано? Ну, грубо хотя бы так, приблизительно. Нет, у нас, знаете, есть на июль, но это работа какая? Эта работа планируется загодя, каждый год. Политика вот нашего предприятия, она вот за последние, допустим, ну я 5 лет возьму, да, потому что там был застой, кризис, там еще что-то. За последние 5 лет фосфорит большие очень делает вложения именно в оснащение, наверное, производства, да, какими-то дополнительными очистными установками, газоочистными установками, там, чтобы, то есть, например, 100% все инвестиции, из которых 70% сами затраты, 30% должны идти точно на экологию. У нас есть планы работ, у нас холдинг головной Еврохим выделяет деньги непосредственно на реализацию экологических проектов. Есть планы уже мероприятий на, если мне память не изменяет, до 2015 года на 480 миллионов. Только направленных на экологию. Только по фосфориту. Только по фосфориту, да. Подписаны техническим директором Еврохима, то есть утвержден. Он пришел к нам сюда на предприятие, этот план подписан. Мы сами определили, что мы будем делать. То есть мы сами определили, где у нас, возможно, тонкие места. То есть в радиусе там 5-10 километров мы хотим их знать для того, чтобы понять, чья вода. Если необходимо было бы оформлять официальное разрешение на забор, мы бы его оформляли. Если бы необходимо было бы получить еще какие-то дополнительные документы, то есть вопрос в этом не стоял. Нам нужно было разобраться, можем ли мы это делать открыто без разрешения, либо, допустим, необходимо оформить разрешительную документацию. То есть разрешите, сейчас у нас есть разрешительная документация на осуществление сброса в реку Луга, да? Я понял. Установлен лимит на сброс, то есть мы в этот лимит укладываемся, включая дополнительную нагрузку. Да, то есть вы, грубо говоря, кроме себестоимости очистки этих вод дополнительно, у вас еще ложится плата за негативку, то, что вы увеличиваете свой спрос предприятия. Вопрос не стоял, будем мы это делать, не будем. То есть раз это выявили, значит это ложится уже на нашу зону ответственности. Понятно, да. То есть мы не стали разбираться, хотим мы ее очищать, не хотим, что происходит, наша земля, не наша, нет. Мы здесь живем, здесь выросли у нас много поколений, да, родители, дети, там, внуки приходят на работу на предприятии. То есть наша вода сбрасывается в Лугу, здесь купаются наши дети, то есть вопрос не стоял. Прибор трубоотборный. Он позволяет взять пробу воды на различных глубинах, но мы берем на глубине примерно поверхностного слоя 0,3-0,5. То есть как бы не захватывая поверхностную пленку. Ну, грязь-то плывет, да. Ну и это две точки, как вы говорили, это у берега левого и на середине реки. То же самое 500 метров отсюда ниже, чтобы оценить, какое влияние оказывает рассеивающий выпуск. Потом еще две точки. У нас идет ниже Верховского ручья на 0,5 километра. И последняя точка, замыкающая в стенной участке поселка Услуга. Ну, схема работает, мы ее отрабатываем даже сами для себя, для того, чтобы понимать, что люди, да, работники предприятий, старые уходят, молодые приходят, чтобы они также оперативно умели реагировать. Но час-полтора это максимальное время уже анализов, которые у нас также размещаются в свободном доступе, может увидеть и административный директор, любой желающий, да, работник цеха, то есть вся производственная группа ответственная вот за качество сточных вод. То есть любой может зайти, посмотреть в свободном доступе, у нас интернет-портал и размещены данные материалы. А также мы ее считаем как за нашу, потому что мы не в состоянии разделить воду, да, и все это идет через наши очистные сооружения. Станция биологической очистки очищает стоки, поступающие с душевых, да, как обычно, хозбытовой сток, который точно так же. После у нас есть станция механической очистки, станция биологической очистки.
После 8 точек контроля нас бросили, у нас 8 точек контроля автоматических. Стоят автоматический pH-метр, автоматическая лаборатория, автоматическая пробоотборник, который производит отбор проб. У нас вся вода уже поступает вот сюда на сброс, в ручей и выходит в рассеивающий выпуск рекурса. Посмотрите, анализы взяли на сутки, да? Сколько мы узнаем, вдруг из 2 недели, через сколько мы узнаем? Мы знаем, я сейчас скажу, анализ лаборатории приезжает вот как сегодня. Она приехала в 10 утра, в 11, в 11:30 я уже буду знать анализ. То есть я считаю, что это... То есть получается у нас осень в среднем где-то 350 тысяч кубов в месяц, либо 400-450 кубов в час. И летом он уменьшается, даже бывает и до 250 тысяч кубов. То есть он идет на снижение в зависимости от погодных условий. Фосфор фосфатов, азот общий и ХПК, химическое потребление кислорода. То есть это основные компоненты, по которым, скажем так, которые занормированы Хелкомовской конвенцией. То есть основные ежедневный отбор проб проводится на 6 показателей как минимум. Это основные наши компоненты, которые могут находиться в сточных водах, и которые от действия нашего предприятия, это основные наши виды сырья, это фосфорные серные кислоты, следовательно, мы отбираем на фосфор, на фосфаты, на сульфаты, также в производстве минеральных удобрений используется аммиак, следовательно, мы отбираем на азот, отбираем показатель pH для того, чтобы определить нейтральность воды, и отбираем на взвешенные вещества для того, чтобы определить степень и качество работы очистных сооружений. Цех нейтрализации очистки промышленных стоков, рассеивающий выпуск за ним закреплен как рабочее место. Ежедневно сюда выделяется автобус. Один автобус едет с лаборатории, которая отбирает пробу непосредственно на стоке, также пробы 50 метров до влияния предприятия, чтобы получить фоновый анализ, и 500 метров после влияния предприятия. И второй автобус, который сюда приходит, это с обслуживающим персоналом, то есть аппаратчик, который здесь содержит санитарное состояние территории, наводит порядок, если мало ли, какой-то мусор от приезжающих, отдыхающих, скажем так. И также контролирует, чтобы не забивались решетки, чтобы постоянно была чистота, никакого, скажем так, топляка и прочих там, палок, или, скажем так, ситуацию. Ну и сейчас вот 13-й год мы также начали хорошо, уверенно по результатам вот полугодия 13-го года. Они равны, скажем так, 12-му году. Мы не видели никаких скачков, никакого, скажем так, воздействия. Мы проводим также на реке Луга, что в прошлом году мы сделали, очень большую работу провели у нас здесь. На рассеивающем выпуске непосредственно, то есть наша вода, наши сточные воды, они не сбрасываются по переливному лотку, а уже рассеиваются по всему дну реки для того, чтобы получить, скажем так, как можно меньшую концентрацию загрязняющих веществ в реку Луга. Скова, он ниже по течению, наверное, 3 километра отсюда. То есть там тоже отбирается проба лаборатории для того, чтобы получить еще один дополнительный усредненный анализ. И следующий отбор проб осуществляется уже непосредственно в устье реки, с моста в поселке Услуга.